Что сейчас произойдет? Рассказываю вам. Я сейчас забираю вот эту вот заточку. Вот эту заточку беру один. И возвращаю себе назад четвертую. И пробую потом сделать желтую. И я вам гарантирую, что у нас пушка останется четвертой. Ну, мы же контент делаем, в принципе, да, нам уже насрать. Короче, смотрите, мы скидываем перчатку обратно на 4. Все, скинули. И у нас есть одна попытка, но у нас нету дарксила, поэтому нам еще нужно потратить, как бы, голды. Что вы там говорите, деревня Аркадий? Мне никогда не везло в деревне Аркадий. Я в ней точился, но поехали, вы же хотите, поехали. Че? Деревня духа Аркадий. В центр. Вот сюда, да, нужно встать? Колесички, сестрички. Давай дальше. Руководи. Что дальше? Ставим питомцев на удачу. Дальше что надо делать? Короче, давайте договоримся. Если сейчас у нас точится шмотка по методике Михаила. Михаил, я тебе прям сразу, короче, 100 рубасиков скидываю на баланс мобильного телефона. Будешь любимой девушке отправлять 100 любовных сообщений. Если мне кто-то пользуется. Но что-то мне подсказывает, Михаил, что соточка сегодня останется у меня. Вот я на 100% уверен, что будет фейл. Анимацию надо включить еще. Плюс 8, бля. Плюс 6! Михаил! Четко. Плюс 6 в натуре, Михан. Давай, слушай, все. Я за базар отвечаю, короче. Напиши мне ВКонтакте свой номер телефона. Я тебе сейчас скидываю сатен на баланс. Понял? Бабёхе своей сегодня будешь смс-ки писать. Ну вот это будет топ-контент. Вот. Кто из вас сможет мне заточить вот эту перчаточку на 8? Если мы ее точим на 8, то мы ее можем использовать уже в качестве главного ресурса для создания третьей красной шмотки. Есть предположение, как точнуть нам вот эту перчатку на 8 с одного раза. Будет только одна попытка, там, соответственно, ничего мы не сможем вернуть. Но можем потом на стриме только перемотать назад и посмотреть, как оно было, но перчатку обратно мы не вернем. Короче, если у вас нету вариантов, то тогда я буду это делать сам. Мы летим с вами в пустынную дорогу, по-моему. Нормальное место для заточки или херня? Есть лучший вариант? Вокруг нас вода и нету ничего живого. Так, подождите, сколько секунд в полете мы находимся? За это время я успею зайти заточиться. Я падаю. Слушайте, ну в принципе это реально, надо побыстрее это сделать. Давайте фейлим ее в полете. Все, готов. Видал вот это вот? Вот это видели? Где ваш Unreal, братишка? Это третья красная шмотка. Это третья, мать его, красная шмотка в полете. Кто там не верил? Бой не убери. Да слушай, ради такого можно и подкосить народ. Ради такого можно. Четко. В полете просто бац на 8.